OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Путінська зграя смертельно боїться роботи Центру миротворець. І щось белькоче в ООН про тиск на Україну з метою його закриття. Про це повідомляє пропагандистське ЗМІ РІА Новості. Ми просимо вас зробити необхідні кроки, щоб звернути увагу української влади на діяльність проєкту миротворець та змусити його закрити його, йдеться в листі Ерефії до Генсека ООН. Тобто бандити та міжнародні терористи хочуть, щоб документування їхніх злочинів припинилось. Нагадаємо, що Центр миротворець – організація і веб-сайт, який збирає і публікує інформацію про злочинців і організації, дії яких, за оцінкою миротворця, мають явні ознаки злочинів та правопорушень і спрямовані на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України. Ну, смотрите, смотрите, Геннадий Владимирович, вот ситуация следующим образом выглядит. Я именно с тобой ее хотел обсудить. Она касается, ну, как предпосылка, вот то, что происходит с этими ракетными ударами и то, что делает пропаганда, и, в принципе, как складывается ситуация и споры относительно того, что происходит в связи с ракетными ударами по Украине. Первый вопрос, который нас действительно беспокоит, это то, что, и он, в общем, вызывает бурную дискуссию, это относительно того, что значит, пропаганда российская говорит о сопутствующем ущербе. Она как-то робко, так, стесняясь, одной ногой, как бы, Скобеевой, наверное, или Симонян, в общем, описывала дрейф между позицией о том, что на самом деле мы никого не убиваем, повторяя чистую, значит, риторику, значит, Минобороны, которая вообще игнорирует эту тему, там какого-нибудь Коношенкова, что мы там обстреливаем только ракетами объекты военные, ну или там, значит, какие-то штабы или и так далее, это по всей территории Украины, естественно. Сейчас они уже начали говорить о том, что, ну, нет, бывает сопутствующий ущерб, что уж поделаешь, идет война, выметаем нацизм, ну, весь этот блядский набор, и они как бы вот, немного меняя риторику, сейчас уже допускают, что мы можем убивать в ходе этих всех обстрелов, в ходе СВО, вот этой специальной военной операции, и мирных людей. Особенно, ты же понимаешь, как производит впечатление, вот девочка, да, причем с синдромом, погибла, 4 лет. И вот эти все тезисы о том, что мне тут иногда в почту пописывают, говорят, не, ну да, конечно, и мы за Украину, все разные, перцы и Запада и так далее. Но ведь там же все-таки действительно какое-то совещание было в ВВС, то есть в каком-то там Виннице, где она и где линия фронта. Даже если хоть 100 совещаний было, хоть миллиард совещаний, хоть все ВСУ, как я говорю, собралось, при... В принципе, безумности идеи обстреливать страну, в которой военные собираются, не военные собираются, да еще и допуская сопутствующий ущерб в виде гибели там, детей, их родителей, там, не знаю, просто какая-то женщина погибла, медик, вот я сегодня смотрел, принимал пациентов. Но ракета же не разбирает, особенно российская. Херака нету. Значит, но вот это самое удивительное, что все-таки надо признать, и особенно даже ну, в России и некоторой среде вне ее удалось это вот так внушить. Ну что делать? Сопутствующий, блядь, ущерб. Ты понимаешь, ну как? Ну как? Ну надо же обстрелять этих офицеров ВВС, которые сидят в этом доме, значит, офицеров. Мы, кстати, дали фотографию на превью именно вот этого разрушенного одного из объектов в Виннице. То есть вот это, понимаешь, не то, что нечувствительность тому, что, вообще говоря, нахрена вы это делаете, потому что, в принципе, вы убиваете людей, но даже если один ребенок стоит какого-то 10 совещаний, даже так вопрос не ставится, он так же даже не возникает. То есть, если даже и убивают кого-то, разговор идет, что, ну, а что вы хотите? На войне все время убивают. То есть, а что бы детей Симонян не посадить на крышу этого Винницкого дома, значит, офицеров, и пусть они там сидят и по ним палить. Пусть это российские ракеты. То есть даже не возникает уже. Это какая-то, ну, следующая стадия, вот на мой-то взгляд. То есть вот как бы чем это отличается от всяких других людоедских практик? В этом смысле какую-то стадию прошли. Такое. Вот как бы ты на это отреагировал, чтобы ты по этому поводу какое соображение выложил? Что ты скажешь, Геннадий Владимирович? Ну, сначала мы давай с тобой разберемся по сути. Давай. Я вот объективности ради могу сказать, что первые дни войны, может быть, там первую неделю, российская армия пыталась избежать ударов по мирным людям. Угу, угу, пыталась угу. Избежать гибели. Я это видел. Так.
По крайней почему? Мере, ты потом скажи, я тебя не перебиваю, почему? Ну, мне кажется, что все-таки у них где-то было ощущение, что население начнет их встречать караваем, хлебом вот и солью, посыпать, так сказать, гусеницы там песками. Ну да, ну да. И что типа население-то поддерживает, а вот там какие-то там администрации власти, там нацисты-бандеровцы, они вот типа управляют Украиной. И я думаю, что был инструктаж, что, ребят, население нас поддерживает, все нормально, вы там давайте разбирайтесь с теми, кто там взял оружие и пытается нас встретить с оружием, а эти там, и все нормально, мы потом там власть установим, нас поддержим. И вот я думаю, что этим объясняется тот эффект, где была некая сдержанность. Ну, не было. Хотя я, например, понимал сразу с первых часов, с первых минут войны, что кровопускание неизбежно, что это все равно перейдет в рубку, да, на самом пределе ожесточенности. Потому что так всегда бывает в драке, когда там только хотел толкнуть, ну, не ударить, а потом там чуть-чуть ответить, а не замочить, ну и так далее. И все это доходит до смертоубийства. Уже откровенной жестокости, запредельной, особенно с российской стороны, поскольку им рассказывали одно, они получили другое. И они уже начинают, так сказать, направо-налево все сокрушать, безжалостно абсолютно, не обращая внимания ни на женщин, ни на детей, ни стариков, никого. Вот. А что сейчас, почему сейчас немножко поменялась риторика? А потому что количество зверств, расправ, издевательств, пыток, расстрелов без суда следствия, убийств. Да, запредельные уже. Запредельные. Да, Я хочу сказать, что российская власть представляет из себя образец гнусности, бесчеловечности, бессовестности, подлости и лицемерия. Это просто какая-то квинтэссенция всего названного. Почему я так говорю? Вот давай мы с тобой, вот я понимаю, что никогда мы, слава богу, не окажемся на месте этих идиотов из Кремля, кровавых палачей. Да, но если бы мы там, предположим, там оказались какие-то нормальные люди. Они говорят, ёпарасете. Да, давайте остановимся. Давайте хотя бы извинимся. Ну вот эти наши там звери, пучи, они в Ирпене, мы хотя бы принесем извинения не за войну, а вот за вот эти вот зверства, жестокости, мы издадим приказ. Ну как вот, был когда-то там приказ, когда 2 миллиона женщин уничтожили с особой циничностью, убивая многих наши воины Второй мировой войны, славные, да? Там был приказ, там, что мародерство запретить, изнасилование запретить, запретить. Да. Был. То есть как бы военная команда, политическое руководство отреагировало на эти факты зверства. Совершенно запредельно. У немцев такого не было, неправильно сказал. У нацистов и фашистов такого не было, как было у наших, когда они перешли границу, совершенно озверевшие были. Вот. И был приказ. Вот у меня вопрос к тебе. А хоть одна падла, извините за выражение, за передушку на мидовскую лексику, хоть одна падла в Кремле извинилась? Хоть одна падла дернулась и издала какой-то приказ? Сказала, что да, мы тут перегнули перебор, мы с этим разберемся. Славный, так сказать, имя российского воина будет непогрешим, а он будет воевать только с врагами, но защищать мирных граждан. Да не одна вот эта вот самая падла, потому что есть более точные слова в русском языке, значит, не шелохнулась. Это говорит о том, что они одобряют, поддерживают это все. И мне рассказали, и я думаю, что это очень легко проверяется в исторических источниках, что даже во время Второй мировой войны в германской армии, в вермахте и вообще в администрации немецкой, Германии фашистской, работали военно-полевые суды. И эти военно-полевые суды разбирали случаи вот этих зверств, ограблений, мародерства, изнасилования и прочее, прочее, прочее. И выносили зачастую приговоры, достаточно суровые. Я разговаривал об этом с непосредственными людьми, которые еще живы были тогда, на тот период, немцы, они в Австрии, я с ними разговаривал, они мне рассказывали эти все истории. И рассказывали одному моему очень известному товарищу, ты его тоже знаешь. Вот, то есть, у меня вопрос. А скажи, пожалуйста, вот может быть ты слышал, может быть я уже не знаю, ты там ближе сидишь к источникам военной информации, а есть вот эти военные полевые суды, которые разбирали случаи не только там каких-то нарушений, но еще вот зверств вот этих бойцов, вот этих мародеров, вот этих вот отщепенцев, вот этого сброда, который туда брошен воевать против народа Украины. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.